Сотрудник Twitter отключил аккаунт Трампа на 11 минут. Профиль американского президента пропал с сайта из-за ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter в четверг, 2 ноября, был непреднамеренно отключен и не работал 11 минут. Об этом говорится в заявлении социальной сети. Ранее сегодня учетная запись Real Donald Trump была непреднамеренно отключена из-за ошибки сотрудника Twitter. Аккаунт был отключен на 11 минут и в настоящий момент восстановлен, заявили в компании. В Twitter также отметили, что ведут расследование и предпринимают шаги для того, чтобы подобные случаи не повторились. Ранее американские СМИ сообщили, что аккаунт Трампа был отключен на непродолжительное время. Твит Обамы стал самым популярным в истории Twitter. Напомним, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал Трампа прекратить писать сообщения в Twitter. По материалам сайта Newsgra.com.